зачем мне это нужно? Мама, быть тихой и послушной. Мама, от этого страдаю я. Эти учебники и ноты, эти компьютеры и счеты, видно, влияют плохо на меня. А мне бы петь и танцевать, а мне бы прыгать и скакать, собрать подружек полный дом и ревернуть весь дом верном, пробиться с наек и зануд, смеяться собственных причуд, с ума спать честной народ и никаких забот. В куклы давно не играю, быстро обиды забываю, тыщу друзей. Счастью мне не бывает грустно, только есть интересных дел вокруг. А мне бы петь и танцевать, а мне бы прыгать и скакать, собрать подружек полный дом, перевернуть весь дом верном, пробиться с наек и зануд, смеяться собственных причуд, с ума спать честной народ и не. Но я ребенок, в общем, непростой. Там, где я, переворот. И все, 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 все. Oh, yes. Конец недели, пятница, самое время забыть о заботах и отдохнуть в нашем телекафе «Вечерний Витебск». Здравствуйте. Всем добрый вечер. Привет, Юля. Предлагаю прямо с самого начала нашей передачи заглянуть в новостные порталы и узнать, с какими итогами мы подошли вот к концу этой трудовой недели. Давай. Первая новость, которая перевернула представление всех нормальных, здравомыслящих людей о современном поколении. Сегодня интернет-активная молодежь, конечно, все чаще и чаще страдает из-за нападок со стороны взрослых, и сейчас я на самом деле тот самый случай, когда теряюсь, кого нужно поддержать в этой ситуации. В Америке провели очень серьезные исследования, и его результаты обнародовали. Так вот, выяснилось, что американских детей стали часто называть именами, которые совпадают с названиями фильтров в Инстаграме. Для тех, кто не пользуется этим мобильным приложением, могу пояснить, в программе, которая используется для фотографий, позже для загрузки в интернет, используется набор стандартных эффектов. Так вот, ими сейчас, вот этими названиями, активно называют детей. Лидерами являются Люкс, Людвиг, Джуна, Амара и Валенсия. Ну вот, скоро будет популярным, наверное, такой вопрос. В честь кого тебя, точнее, в честь какого фильтра тебя назвали? Да. Странно, но главное, чтобы человек был хороший, да? Ну, будем надеяться, что Инстаграм расширит линейку своих фильтров, ну и тогда чтобы выбор был побольше. Да, чтобы выбор был побольше, будет какое-то разнообразие имен. Подумать над новым именем придется и сотрудникам Витебского зоопарка. Как сообщает сайт Витебских вестей, у Васи и Люси родился малыш. Вася и Люся — это длиннохвостые макаки, у них уже третий детеныш в семье, значит, теперь они могут стать на очередь на расширение жилплощади. Многодетная семья, да? Да, осталось только собрать все справки из домоуправления, БТИ, сделать фото 3 на 4 с уголком и уже в новом году, кстати, обезьяны, узнать решение жилищной комиссии. Еще одна новость, о которой пишет Тутбай. На Витебщине планируют оборудовать 490 ледовых площадок. В самом Витебске будут работать 5 крупных ледовых площадок, 2 на площади Победы, 1 возле летнего амфитеатра, еще 1 на территории ЦСКА и крытый каток во Дворце спорта, кстати, который уже работает. Катки будут залиты сразу, как только установится минусовая температура. Но мне кажется, с нашей зимой главное не поторопиться и чтобы не купить... Чтобы они не растаяли. Нет, не купить впрок коньки, потому что, ну, стоять как-то на асфальте в коньках, да, не знаю. Будем ждать, надеюсь, ну, будем что зима будем будет ждать все-таки настоящей. Ну вот, к слову об асфальте, в сети появилось видео гениального, просто, на мой взгляд, раздатчика листовок этого отчаянного парня, которого вы сейчас можете видеть на ваших экранах, пожалуйста. Сняли на видео очевидцы в Стамбуле. Он выбрал самый быстрый, хотя и довольно опасный способ распространения рекламы. Причем, не повторять, да? Да, ну, конечно, лучше повторять не это не стоит. Автомобили не сбавляют скорости. Парень вполне себе приловчился запихивать визитки вот так на полном ходу. Мне кажется, вот этот вот способ могли бы взять на вооружение, ну, допустим, военкоматы.
Периодически так. Как вариант, да, хоть уже сме вертеться. Ну, взять на вооружение в переносном смысле, я имел в виду, ну, на всякий случай. В общем, вот такие были у меня новости. Ну, а вы, уважаемые телезрители, можете поделиться с нами новостями. Найдите нас в социальных сетях или используйте наш официальный хэштег «ТВ Витебск». У нас тоже есть для вас новость от нашей программы. У нас начинается новая рубрика. Мы начинаем показывать новую рубрику и предлагаем вам прямо сейчас ее посмотреть. Ну и я думаю, что вы не останетесь равнодушными. Собаки в приюте. Их можно назвать счастливчики, ухоженные, накормленные, подлечены. Но оказывается, собачье счастье – это не только полная миска. В каждом, кто к ним подходит, они видят потенциального друга хозяина и очень стараются понравиться. Они ведь все понимают. Коллектив приюта не только спасает животных, заботится о них, но в каждого животного вложена душа. Поэтому нам бы очень хотелось, чтобы, посмотрев эти репортажи, мы нашли хозяев для наших питомцев. Ведь на каждое животное, которое вы заберете с приюта, мы сможем забрать с улиц города других животных, которые нуждаются в нашей помощи. Здесь у каждого животного своя, порой полная драматизма история. У многих из них когда-то были дом и хозяин, были еще подлость и предательство. Приют стал для них спасением, дал надежду и шанс на выживание. Но... мы очень переживаем о том, что мы, к сожалению, ограничены сроками содержания. Срок содержания животных от момента поступления 6 месяцев. Поэтому очень важно, чтобы эти животные находили как можно быстрее своих любящих хозяев и семьи, где действительно эти животные нужны. Животных мы адаптируем, они становятся ласковыми, послушными. Адаптируем. Адаптируем – это в прямом смысле физическая и психологическая реабилитация животных, чтобы, залезав все свои раны, они снова могли доверять человеку. Человеку, у которого есть возможность позволить им жить. Это наш Джек. Очень замечательный пес. Не агрессивен совершенно, к людям относится очень доброжелательно. Любит жалеться, любит ласку. За отсутствием лапки он все равно не чувствует себя каким-то ущербным. Ведет нормальный образ жизни. Может бегать, гулять, играть. Очень хороший пес. Конечно, мы хотим ему найти достойных хозяев. Все-таки это и компаньон, и друг, и проявляет охранные качества. Поэтому собака очень замечательная. Взамен на вложенные силы, физические и душевные, и немалые средства, работники приюта хотят для своих питомцев, конечно, самых лучших хозяев. Чтобы его так же любили, как и любят здесь. Потому что собака настолько доброжелательная, дружелюбная, к другим собакам агрессии не проявляет. Как охранник он будет тоже достоин. Свое будет защищать. Здоров, стерилизован и полностью готов к жизни в семье. Так можно сказать о каждом животном, для которого здесь ищут хозяев. Нам не все равно, в какие руки мы отдаем животных, поэтому с хозяевами, которые приобретают животных в приюте, мы поддерживаем всяческую связь, отслеживаем их судьбы и очень их переживаем. И очень благодарны, когда на нашей странице ВКонтактах vitebs.priyut для безнадзорных животных появляются фотографии этих животных в новых семьях. Когда мы видим, что наши животные приносят радость, что они попали в любящую, хорошую семью, то для нас это тоже очень большая радость и желание работать дальше. Истории со счастливым концом здесь уже немало, но это все равно капля в море. А решить эту проблему в значительной ее степени не так уж и сложно. Стерилизация животных намного сократит численность брошенных бездомных кошек и собак. Но пока их, к сожалению, не становится меньше. А вот содержать этих питомцев с каждым годом становится все сложнее и дороже. Поэтому в приюте так ценят и ждут любую помощь, поддержку и внимание. Подумайте, может быть, именно сейчас вам захочется завести себе верного, преданного друга, и Витебский приют для бездомных животных будет, конечно же, счастлив вам подарить такого друга. Ну а мы продолжаем наш эфир, который начинала Татьяна Жилина, вокалистка молодежной эстрадной студии «Тори» Дворца культуры поселка Руба.
И сегодня мы поговорим, часто мы говорим в эфире о культурной жизни нашего города, а сегодня мы поговорим о культурной жизни поселка Руба. Я с удовольствием представляю нашу первую гостью. Это Инна Клименко, художественный руководитель Дворца культуры поселка Руба. Добрый вечер. Добрый вечер. Культурная жизнь поселка Руба. Есть ли она и насколько она насыщенная? Ну, она настолько насыщена, что о ней можно говорить не один час. Ну, сегодня вы увидели нашу солистку, а вообще во Дворце культуры 16 коллективов, в которых занимаются взрослые, подростки, дети и даже люди пожилого возраста. Из этих 16 7 коллективов для детей. В них занимается каждый второй ребенок городского поселка Руба. Это те, кто уже начинает ходить. У нас есть кружок, танцевальный кружок «Ропельки». Возраст этих участников от 3 лет. Вот такие у нас юные рубовские звездочки. 16 коллективов, 6 коллективов носят звание образцовый. Мне хочется начать свой рассказ с наших флагманов. Таких, как... То есть есть такие титаны, конечно, самые, есть самые титаны. Известные. Вот в 2013 году Народный хор «Двина» отмечал свое 35-летие. Вот. Этим хором руководит Михайлов Сергей Александрович. Последние его заслуги – это участие в международном празднике «Хоровая ассамблея Брасловские зорницы». За участие в этом конкурсе мы получили диплом за сохранение народных традиций. Вот такой замечательный коллектив, который выступает не только на торжественных мероприятиях, а с удовольствием его слушают и в коллективах. Вот мы выступали в Тираспольском ПМК, и настолько люди, работяги были удивлены, что во Дворце культуры есть коллектив, в котором участвуют такие же простые люди. И многие из них пенсионеры, многие из них работают на открытом акционерном обществе «Доломит». Вот. Из флагманов мне хочется назвать народный ансамбль народной песни «Светанок», которые знают не только у нас в Витебске, в Витебской области. Мы принимали участие с ним в Подмосковье на фестивале «Северо-западные регионы» в Москве. Вот. Они принимали участие в фестивале «Голосы Приднепровья». Вот. Они выступали на фестивале национальных культур в Прибалтике. Вот. Из флагманов таких со званием народных хочется отметить еще народную поп-группу «Двина». Долгое время... Все направления, и народные, и хоровое, и... Вот, и вокальные, и танцевальные коллективы, ну, и театральный коллектив, вот, руководителем которого я являюсь, Народный театр «Миниатюр Кураж». Мы как-то ворвались в это в звание народный, участвуя в фестивале, в областном фестивале «Смеяться не грех». И заняли второе место, вот, выступая первый раз на нем. То есть недавно создан, да, театр? Или ну, будем говорить, что этот коллектив действует уже на протяжении 20 лет. Но как-то мы не задумывались, что вот нужно присудить звание народный, или он достоин. Просто для себя в удовольствие да, занимались. Да, в основном там занимаются работники Дворца культуры, но есть такие, кто любит действительно театр. Такой вот человек у нас есть, как Вячеслав Белоус, это преподаватель колледжа связи бывшего. Вот. Но он энтузиаст, он у нас, как говорится, и поет, и танцует, и играет, если надо. Театр занял первое место на последнем фестивале в конкурсе «Смеяться не грех». Ну а с детских коллективов я очень хочу рассказать о таком коллективе, как образцовый хореографический коллектив «Крыничка». Со дня основания этого коллектива им руководит Николаенко Светлана Николаевна. Очень жалко, что ваша студия имеет, ну, будем говорить, такую небольшую импровизированную сценическую площадку. То есть вам масштаб нужен да, был бы побольше, нам нужен да? масштаб. Если бы вышли все детки, которые в нем занимаются, а это 32 человека, ну, наверное, думаю, надо было бы в 4 раза увеличить студию. Уже еще есть плясать да, нужно. Да, так вот. Эти детки, первый раз поехавшие в Минск, вот так на пробу, участвовали в республиканском смотре, конкурсе танцевальных коллективов, юных танцоров. Вот, я танцую. И заняли первое место, привезли нам диплом
Мы, конечно, на пробы их отправляли, а получилось вот первое место. И тут же, буквально через 2 недели, поехали старшие. Опять же, в Минск. Опять же, это был республиканский конкурс хореографического искусства «Браво, дети!». И тоже заняли 2-е место. Но после этих конкурсов мы уже не побоялись и отправили их на, будем говорить, праздник города Шауляй, Литва, где они приняли участие в концертной программе «Танцуем вместе». Вот такие у нас очень... Наверное, вот сказывается то, что вы вот такого раннего возраста берете. Самое... город творческих людей, поселок Руба, самое интересное, да? Что вот если учитываешь, в следующем году дворец будет отмечать свое 30-летие, то многие мамы уже приводят своих детей. А многие старшие, вот старшее поколение, которые занимались в танцевальном коллективе, был у нас когда-то народный ансамбль танца «Крыницы». Вот теперь послушайте, «Крыницы», «Крыничка», «Кропелька». Как бы идет от поколения к поколению. То есть те мамы, которые ходили сами, сегодня приводят детей. Бабушки водят уже своих внуков. Вот, как правило, если участвовали родители или более старшее поколение, все детки, даже теперь такая есть тенденция, они не только танцуют, но еще и поют, еще и рисуют, еще занимаются декоративно-прикладным искусством. И такое у нас есть. Вот, мама поет, а ребенок в это время готовится и занимается на репетиции. Или проводим репетицию сводную, значит, в зале... И взрослые, и малыши, и каждый ждет свое выступление. Вот такая у нас... Вообще, это очень удобно, когда и участники, и зрители, это, ну, не то чтобы одни и те же люди, но практически, будем говорить, они прекрасно друг друга знают и с удовольствием смотрят. А скажите, а есть ли у вас какие-то мероприятия, которые происходят, ну, регулярно, вот вы сказали, уже 30 лет скоро отметит ваш Центр культуры, которые происходят регулярно и которые уже там из года в год, может быть, повторяются, ваша визитная карточка? Вот. Ну, как визитная карточка. Визитная карточка Рубы, это, например, народное гуляние купа. Все вот знают, что у нас в Рубе, кто побывал один раз, проводится это, значит, народное гуляние в зоне отдыха. Это живописнейшее место. Вот, проводим мы его допоздна, в отличие от учреждений города Витебска. Вот. Допоздна это до скольки? Ну, вот, до рассвета? 5 лет назад мы проводили до 6 утра. Теперь до рассвета, да? До рассвета. В прошлом году мы проводили уже до часа. Угу. Позапрошлым было еще до 3. А если не секрет, а с чем связана такая вот обратная последовательность? Обычно как-то больше и дольше, а вы наоборот, как-то до часа. Ну, вы знаете, какие-то есть все-таки нормы проведения массовых мероприятий. Поэтому нас немножко ставят в эти рамки. Да, ограничивают. Ну, а почему интересно? Как правило, у нас большой костер, не импровизированный, а большой костер, около которого звучат песни, люди водят хороводы. Также коллективы показывают концерт. Вот. Проводится театрализованная программа. И тоже сохраняем элементы народности. Но то есть пишем купалье свой сценарий. В прямом смысле слова, то есть с сохранением всех традиций белорусских, и современное что-то. Проводим конкурс на лучший купальский букет и пирог. Даем пробовать, присуждаем места. Спонсоры наших, кто предоставляет призы, это Рубовский поселковый исполком. Это открытое акционерное общество «Доломит». Вот. У нас есть такое народное любительское объединение «Надежда», где занимаются люди пенсионного возраста. Вот. Вот они настолько активно участвуют в этих конкурсах. Мало того, что они пекут, там собирают цветы, они еще сочиняют стихи, поют песни. То есть полностью получается такой мини-концерт. Вот когда проводится именно эта часть праздника. То есть, если хочешь увидеть настоящее купалье, то в Рубу, пожалуйста. С удовольствием. 6 июля. Всегда приглашаем. Вот, на День независимости в этом году давали концерт на площади Победы. И тут же со сцены приглашали. Приезжайте к нам в Рубу на купалье, не пожалейте. И многие, вы знаете, приехали, сказали, да, действительно интересно.
проводим шут-лотерею, когда, притом, эта шут-лотерея, она беспроигрышная. Но по теперешним временам эта лотерея стоит 25 тысяч. Самая минимальная стоимость приза, например, потому что я этим тоже как бы немножко занимаюсь, вот, стоит, например, 5 тысяч. Самая максимальная – 50 тысяч. И каждый знает, что если он купит, он что-нибудь дополучит. Или это шоколадка, или приз это газировка, или это какая-то мисочка. Ну, остаются довольными все. Я знаю, что кроме Купали у вас еще и День поселка, да, значит, празднуется, да, так очень. День поселка совпадает с профессиональным праздником День строителя, который отмечают открытое акционерное общество «Доломит». Вот этих два праздника мы проводим в один день. Второе воскресенье августа, но мы его проводим накануне, мы его проводим в субботу. Uh-huh. Вот. Тоже идет концерт поздравления силами нашего Дворца культуры. Вот. Перед этим торжественная часть, где награждаются лучшие люди, предприятия. Дальше проводится танцевально-развлекательная программа, где выступает наша народная поп-группа «Двина». И присутствующие на этом празднике могут даже заказать какое-то поздравление вот, там, своим коллегам из цехов или с подразделений, или поздравить кого-то с днем рождения. А вообще вот легко собираются люди на такие праздники? То есть... Вот на большие праздники хорошо собираются. На праздники, которые посвящены, например, к 8 марта, к Новому году. Ну, такие, значимые, да, события, значимые, какие-то. Хорошо собираются. Как ни странно, последнее мероприятие, которое было, ну, почти что полный зал. А зал у нас 420 мест, посвященный Дню Октябрьской революции. Инна Анатольевна, вот да. Получается, вы организовываете праздник, события, ну, в общем, радость дарите людям, да, которые могут прийти отдохнуть. А вы как отдыхаете? Вы как проводите свое свободное время? Свободное время. Свободное время. Есть какие-то увлечения, хобби. Но вы знаете, когда в основном все свое время ты проводишь на работе. Да, я потому и спрашиваю, что да, ваша работа заключается. Да, еще плюс ко всему. Да, работа творческая. Приходишь домой, достаешь сценарий. Вот, например, я могу похвастаться, что работаю в культуре, у меня все-таки трое внуков, еще я умудряюсь еще дома что-то им какую-то минутку вот уделить. Но тем не менее, когда бабушка достает сценарий, они тогда знают. К бабушке не подходить. Все, бабушка занята. Бабушка проводит репетицию. Ну, вот они смотрят так тихонечко и отходят. Но хобби — очень люблю цветы. Вот кто ко мне заходит в кабинет и спрашивает: ой, какие чудные фиалки. Я говорю, честно, мне дома им заниматься некогда. А тут перерыв обеденный. Ну, хоть там полить, хоть листочек оторвать какой-то. Ну, это красиво. То есть маленькая оранжерея у вас, да, в кабинете маленькая есть? Да, маленькая оранжерея есть. Если кто-то увлекается, пожалуйста, могут к нам приехать во дворец, поделимся. В общем, я думаю, наши телезрители поняли, что в Рубу во дворец на какой-то праздник, в том числе приезжайте, на Купале, стоит приехать. С удовольствием. Очень много афиш вешаем, как бы, если есть такая возможность, передаем во время концертов. Приезжайте, потому что цены у нас на билеты... Это вообще, будем говорить, 25 тысяч, 30 – это не те цены, которые должны быть для такого дворца и его уровня. Не побоюсь этого сказать. Инна Анатольевна, спасибо большое. Обязательно, я думаю, что наши зрители съездят и посмотрят ваше Купалье и День поселка. Вот. А пока мы предлагаем посмотреть, что ждет город Витебск, какие культурные события в ближайшее время. Наш интеллектуальный партнер – любимая газета «Витьбичи». 5 декабря культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебская Двина» приглашает на выставку работ мастеров Полоцкого народного клуба лоскутного шитья «Рошва» «Мудрость славянской души». В каждом лоскутном панно выставки зритель увидит мгновение творчества, которое в любом проявлении доставляет радость познания, восторг нового открытия и просто удовольствие от созерцания прекрасного. Витебская школа спортивного УШУ приглашает на открытый турнир Беларуси по спачан по адресу Докшицкий район, спорткомплекс «Санатория Лесное».
программе турнира бои на мечах в дисциплинах кадачи, короткий меч, токен мороте, длинный меч двуручный хват, татэй кадачи, щит и меч, а также командные бои. Начало в 11:00. На сцене Национального драматического театра имени Якуба Колоса пройдет премьера комедии «Положение шукаем тенора» по пьесе Кена Людвига в постановке Михаила Краснобаева. Публику ожидает динамичный спектакль со множеством сюжетных поворотов и забавных недоразумений. Начало спектакля в 18:00. Арт-центр ВЗЭП приглашает на выставку фотографии и медиа-арта «Видите». Зрители ждут два зала, оформленные работами Александры Лагутиной и Антона Павлова. Взгляд и восприятие – это динамичное, меняющееся и неоднозначное. А игра со смыслами, игра взгляда используется авторами в качестве возможности получения необъективных смыслов, обнажения разницы ясности и понимания. Начало в 10:00. Битлз-клуб «Чердачок» представляет концерт групп «Нейродюбель» и «BN». Помимо любимых хитов групп, посетителей ждет презентация сразу двух альбомов «На Марс» группы «Нейродюбель» и «Шукай свое» от «BN». Начало концерта – 20:00. 6 декабря Витебский краеведческий музей приглашает на постоянную фотовыставку «Витебск. Портрет на фоне времени». Вниманию зрителей представлено около 200 уникальных снимков, отражающих историю изменения облика города со второй половины 19 до начала 21 века, а также коллекция редких фотоаппаратов из фондов музея. Арт-пространство Толстого 7 представляет персональную выставку экспериментальной живописи витебской художницы Валентины Лехович в жанре трэш-культура. В этом году художница отметила свой 70-летний юбилей экспозицией ассоциативных художественных и скульптурных инсталляций, созданных из самых неожиданных материалов – от проволоки до пенопласта. Национальный драматический театр имени Якуба Колоса представляет одноактную пьесу-триллер «Королева прихожести Злинена» по пьесе Мартина Макдонаха в постановке Ирины Тишкевич. Отчаяние, проблемы отцов и детей, тоска по родине – вот лишь некоторые из тем, затронутых в пьесе, жанр которой определяют как кухонный боевик. Начало спектакля – 18:00. 7 декабря арт-центр ВЗЭП приглашает на проект графики Анастасии Гончаровой «Уотерлиния», посвященной разнообразным психологическим состояниям. На выставке будут представлены как уже известные по выставкам и в интернет-пространстве, так и новые работы автора. Выставка проходит с 10 до 21:00. «Битлз-клуб «Чердачок» приглашает на кинопоказы по понедельникам. Название кинофильма станет приятным сюрпризом для посетителей, а после просмотра состоится совместное его обсуждение. Начало показа – 20:00. Наш интеллектуальный партнер – любимая газета «Відьбичі». Там воды не носишь.
Молодежная эстрадная студия «Тори», ее прекрасные участницы и руководители Вячеслав и Маргарита Танкаль. Добрый вечер. Здравствуйте. Давайте познакомим наших телезрителей с этими молодыми прекрасными девушками. Так. Татьяна у нас открывала эфир. Расскажите немножечко об этой студии. Значит так, студия «Тори», вот здесь сейчас сидит, это костяк этой студии. Это на данный момент самая старшая участница этой студии. Ну, Танечка уже пела, уже представили, Таня Жилина. Настя Вовк, Алина Жаворонкова и Кристина Борисевич. Это группа «Каприз». Это девчонки, которые мне очень помогают в работе. Даже с маленькими детьми помогают работать. Все учатся в 8 классе. Угу. Это самое главное, да. То есть еще учеба, еще впереди поступление. Да, еще поступление много впереди. Работы. Да. Ну, например, Кристина – это наш звоночек. В каком смысле звоночек? Ну, по вокалу. Наш звоночек, да. То есть высокие очень нотки может брать. Настя – основной вокал у нас в этой группе. Алина у нас, конечно, альт. Угу. Редко, когда у ребенка в таком возрасте уже может быть такой вокал. И самое главное, у Алины абсолютный слух. Вот таких талантов вы собрали потихоньку, да. А как вообще в Рубе, в Дворце культуры появилась такая студия? И как давно? Ну, студия у нас с 2004 года. Ну, как мы с Вячеславом туда пришли работать, и Вячеслав раньше там работал, попозже пришла. И вот так вот как бы зажглась такая огонек, что собрать детей. И вот так собралась студия. Ну, мы сами, в принципе, тоже работаем, поем, часто где выступаем. Ну, решили, почему бы нет. А с какого возраста дети? От, на данный момент с 8 лет и вот до 15. То есть у вас уже выпускница? Ну нет, еще целый нет. Год они у меня еще будут. До 9, а там, может быть, и повезет и до 11, по-моему. Название «Тори». Есть история, я знаю, расскажите. Ну, есть история этого названия. У мужа фамилия Танкаль, у меня имя Рита, ну хотя Маргарита, но Рита. И «Тори». То есть Танкаль Рита. То есть студия имени Маргариты Танкаль. Девочки, а вы знали вообще, что, да, откуда вообще пошло это название? Да, нам как-то рассказывали, да. Знали. А не хотелось как-то, может быть, поменять? Ну, вы самодостаточный, взрослый уже. Зачем? Почему все устраивает? Нравится мне «Тори». Нет, ну почему? Они, в принципе, они студия «Тори», но они группа «Каприз». А вы капризничаете, кстати, во время репетиции там? Бывает, конечно, иногда такое. После выступлений? Бывает немного. Всякое. Но мы стараемся дружить. Да, стараемся дружить, и чтобы у нас как-то нормальные отношения сложились. Вот молодежный репертуар, да, получается, вот этой эстрадной студии. Из чего он состоит? Кто автор произведений? Кто занимается? Вот только что мы видели произведение. Что это было? Это была песня, специально подготовленная к празднику Купалья этого года, 2015-го. Ну, а история песни получилась как? Я сидел в студии, слушал песню, думаю, что приготовить девчонкам на купалье. Знаешь, что обязательно на белорусском языке. Они заходят и спрашивают, а что это? Я говорю, это группа «Иван Купала». Вот нам бы и спеть эту песню. Говорю, поехали, только надо чуть-чуть белорусский язык сделать. Сели вот так вот, вот этой вот компанией и написали белорусский текст. Да. Молодцы какие. И как вам, тяжело писалось на белорусский текст, авторами песни выступить? Наверное, нет. Мы как-то к этому уже были готовы. Так дело в том, что это не первый раз, правильно, Настя? Да, это мы уже привыкли к этому. А, то есть вы пишете какие-то вещи? Да. А расскажите немножко об этом. Ой, ну, наверное, у нас самое первое – это «Smoke on the Water». «The Purple», да, по-моему, поет? Да, «The Purple», да. Да, мы сделали кавер-версию, свой написали текст. Вот. Так что, да. И у нас уже несколько каверов. К моему юбилею они умудрились переделать песню группы Slade «Run Runway». Сделали песню «Очки хамелеон». Они самостоятельно переделывали? Или ну, это я была им ваша помогаю. Идея, чтобы нет, к вашему юбилею? Нет, они пришли, предложили. Я их немножечко, говорится, ну, извините за выражение, подсадил на свою музыку в моей молодости. То есть хороший, добрый старый рок. И советский, и западный. То есть хорошие такие. Детство прививали детям вкус. Ну, почему? Ну, хорошую музыку всегда же надо слушать. Ну, вот. И скажите, вот кроме вот этого прекрасного костяка, сколько еще коллективов? То есть «Каприз» группа, вы сказали? Так, ну, еще, значит, всего 28 человек в студии.
Значит, ну, много еще групп есть. Значит, ну, вот на данный момент еще очень хорошая у меня команда. Это группа «Дождь» у меня очень хорошая. Группа «Каникулы» очень прекрасная есть у меня. Даже мальчик там у нас поет. Вот. А почему даже? Это редкость, да, что мальчики поют? Вы знаете, это очень большая редкость сейчас, привести мальчика вот в студию, чтобы он пел, это как-то, ну, я не знаю, в Рубе почему-то так. Хотя в Крыничке, например, мальчики у нас танцуют. Mm-hmm. Вот, девчонки, если бы вам в группу привели мальчика, вы бы устроили ему кастинг или взяли бы сразу, без испытаний? Не берем, не глядя, да? Не глядя, берем. Наверное, сделали бы кастинг, потому что с такими девочками надо еще научиться работать. А, то есть он должен быть как минимум крепок нервами, да? Это да. А так вообще оживленно проходят репетиции, занятия? Чему вообще вы учите? То есть же какая-то база, правильно? Ну, конечно, база основная, что, ну, во-первых, раз команда, значит, минимально двуголосье должно быть. То есть мы с ними учим уже сольфеджио, соответственно. Ну... Стараюсь их, конечно, не загружать, потому что им хватает в школе, как говорится, работы. Дома тоже и помочь надо родителям, и все. Ну, а тут стараюсь их уже сильно не... Мы стараемся петь, заниматься, ну, и отдыхать иногда чуть-чуть. То есть повеселимся и посмеемся. Как успеваете все, и уроки, и родителям помогать? А может, они не успевают, откуда ты знаешь? Ну, вот, а успеваете? Время репетиции ставится в удобное для нас время, не в ущерб учебе, и мы все успеваем. Хорошо, график под вас подстраивают. Да, конечно. Но у нас еще мало того, что вот Таня хорошо, да, сказала, что график под них, но мне еще, например, приходится, вот Настя уже закончила музыкальную школу, а Алина с Кристиной еще занимаются вот, по классу фортепиано. А то есть школа еще и музыкальная школа? Еще музыкальная школа, но главное, Алина еще умудрилась пойти на гитару у нас. И все она успевает, как говорится, дети все успевают. Ну, может быть, и планируете в дальнейшем потом музыкой заниматься, поступать в какое-нибудь музучилище или куда-то еще? Наверное, да. У нас есть такие планы, мы как-то разговаривали об этом, то, что надо как-то что-то продвигаться и все-таки, наверное, хотим свою жизнь связать с музыкой. Нам нравится, так что будем стараться. А были, вот вы в студии уже работаете не первый год же, правильно, случаи, когда вот вы реально помогли ребенку подготовиться к тому, чтобы поступить и учиться? Помогли и поступить, и у нас и достижения свои есть. Например, если помните, был такой телепроект «Твой шанс», помните, да? Ну вот, девочка из нашей студии, Настя Шутович, она выиграла последний, который был, вот, ну, года 3 или 4 назад, да, вот, ну, вот выиграла этот конкурс, то есть... И она поступила в колледж культуры, ну, там как-то потом решила поменять профессию. Вот. Понятно. А скажите, вот увидеть вас можно не только в Рубе, правильно? Где вы еще выступаете? Да, ну, во-первых, очень часто мы выступаем на Площади Победы. На каких-то городских праздниках? Да, ну, это потому что наш Дворец культуры относится к отделу идеологии культуры и по делам молодежи Витебского горосполкома. Поэтому мы всегда выступаем на площадках городских. Ну, к счастью, повезло, что мы можем еще выступать на Витебском подворье во время Славянского базара. Это у нас уже тоже как бы традиция сложилась, да, девчонки, да? Они очень любят тоже выступать там. Вот. Ну, а так, по концертам ездим, в агрогородках были. В принципе, да. Ну, и Рубовская, да, Рубовская сцена наша родная, это основная, конечно, концертная площадка. Ну вот, получается, у вас такая семейная студия. Да. Вот, и обстановка, я так думаю, тоже семейная на занятиях. А есть ли у вас какие-то семейные традиции? У нас с супругой? И с супругой, и в студии. Есть. У нас, во-первых, всегда мы стараемся каждый месяц проводить день именинника. Это у нас обязательно. Сладкий стол, мы стараемся это делать. Во-первых, постоянно общаюсь с родителями. Вот очень хорошо, что вот родители всегда идут навстречу. Заинтересованы, да, чтобы ребенок выступал, да, очень заинтересованы, вот как-то очень хорошо в этом. Я, например, помогаю девчонкам с репертуаром, с вокалом, а вот Маргарита чаще всего помогает с хореографией. Ну и костюмчики иногда может пошить им сама, да. То есть и те номера, которые, ну, с которыми можно вас увидеть там, на Площади Победы и вообще на каких-то выступлениях, это получается такой общий продукт, да, кто-то. Ну, практически все. Некоторые номера ставят, конечно, хореографы профессиональные, когда есть возможность. А так в основном, да, сами все стараемся делать. Ну, вот этот вот, ну, такой ручеек, наверное, который мы сейчас видели, да. Это, ну, кто придумал? Ну, в основном мы тут. Вот это уже коллегиально мы делали. Старались. То есть, потому что очень быстро готовился номер. Очень быстро готовился номер, где-то недели 2 у нас было на все про все, как говорится. Ну, успели.
А что-нибудь новенькое сейчас пишете, репетируете? Да, скоро сейчас. Новый год, я просто готова спрашиваю. Да, конечно. Я думаю, что готовится уже, да, Дворец культуры? Ну, у нас, в принципе, песня давно готова, да, девчонки? Кстати, тот же кавер на группу Bonnie M. Pentermen песня. А у нас она как называется? Дед Мороз. Правильно. Дед Мороз. Да, Дед Мороз. Вот, мы сделали тоже специально к новогоднему празднику, написали в прошлом году, вот, все вместе сели, тоже Дед Мороз, наш любимый Дед Мороз, да. А новое, ну, сейчас, вот песню мы, как там называется, «А я не дюймовочка», вот группа «Каприз» учит, а с Танечкой мы учим довольно добрую, хорошую песню «А за окном то дождь, то снег». И вторую песню «Часть облепиха» вот с Таней готовим, тоже новую песню, очень Работа ей нравится. Работа кипит. Работа кипит и не останавливается, потому что, понимаете, Руба, она специфический поселок, потому что население-то небольшое, 7 тысяч. Да, вот я хотела сказать, 7 наверное, тысяч. Дворец культуры – это такое место, которое объединяет всех жителей. Да, и понимаете… От мала до велика. Да, и с одним и тем же номером, в принципе, на сцену подряд как-то выходить нельзя. Вот и стараешься им каждый раз что-то новое сделать к какому-то мероприятию. Угу. Ну, вообще, вот как вы чувствуете публики внимание вот местной? Ну, наверное, больше всего, да, приходит посмотреть? Вы знаете, нет, у нас коллективы как-то все одинаково любят. Угу. Потому что все свои занимаются, то есть, ну, Руба есть Руба, как говорится. Это, знаете, я уроженец Витебска, да? Угу. Вот, но сейчас вот и живу в Рубе уже давно, с 93-го года. И я уже не хочу... А как так получилось? Ну, так получилось. Получилось, да. Вот, то есть, и я уже не есть хочу... Своя оттуда... прелесть, да? Есть своя прелесть, вы знаете, и природа близко, и работа близко, и хорошие люди вокруг в Рубе. И вот посмотрите, какие красавицы у нас в Рубе растут, да. Господи, да и Витебск-то недалеко, там сколько, 14-16, может быть, километров, да? 15 километров в Витебск, тем более мы, я так думаю, что часть города Витебска все-таки, вот. Ну, пока этот вопрос, насколько я узнавала, на рассмотрении. Нет, раз автобус 26-й ходит, значит, мы часть города. Ясно. Ну и я думаю, что интересно узнать еще, получается, вы вместе работаете. Я вот спрашивала у девочек, как им удается учебу совмещать, да, музыкальное творчество. А как вам удается совмещать и семья, и работа, и всегда вместе? Несложно? Нет, вроде не надоедаем друг другу. Видите, сидим, улыбаемся друг другу. Я просто методист, я сижу наверху, на втором этаже, а он руководитель поп-группы «Двина», он сидит внизу на первом этаже. И поэтому мы как-то на работе так не состыковываемся. Ну, только во время подготовки мероприятия. Ясно. Вот тут уже, да, тут пошел. А так, в принципе, только дома общаемся чаще. Вячеслав, а бывает такое, что вы приносите методисту какой-то сценарий, какую-то разработку, а методист говорит, не пройдет, неправильно тут написано, нужно переделать. А мы пишем все. Все, мы совместно пишем, вот и на Анатолию только что вот перед нами было. Вот у нас вот костяк дворца, вот мы сидим, у нас еще два человечка очень хороших есть. Садимся и пишем сценарий. Все умы. Все умы, в одно место. И очень хорошо получается. Кстати, приезжайте к нам всегда на Купалье, вот, например, или на Масленицу, вот, тоже на зоне отдыха проходит, или на День поселка, у нас всегда интересные такие сценарии. И смешные, и веселые, и музыкальные, главное. Вы еще говорили о группе «Двина», Да, ну вот я сейчас являюсь руководителем этой группы, а руководил этой группой легендарный, я считаю, витебский музыкант Евгений Михайлович Лурье. Ну, стараюсь продлевать его традиции, продолжать его традиции, пропагандировать хорошую эстрадную песню. Много участников там сейчас? Ну, на данный момент 7 человек. Прекрасные вокалисты есть, и девушки, и мужчины есть. Прекрасные вокалисты есть. Ну, вот новые у нас. Ну, скоро, я думаю, витебские зрители увидят наших исполнителей. Тем более идут новогодние праздники. Я уверен, что на площади Победы нам предоставят площадку во время новогодних праздников. Есть что показать. Тем более, что есть что показать, да. Ну и получается, что вот говорила уже и Инна Анатольевна, что в Дворце культуры ходят заниматься творчеством люди, которые просто работают совершенно в разных сферах, но всем находится место и находится какое-то увлечение для души, правильно? Да. И преимущество с поколений присутствует. У меня тоже есть мамы пели, спит девочки, ну, дочки занимаются. Вот. И всем есть место, потому что и взрослые, и дети.
мы ж не, ну, у нас всегда двери открыты Дворца культуры с утра и до позднего вечера. Вот, Вячеслав, Маргарита, вот вы же не только преподаете, да, не только там, Маргарита работает методистом, вы вот возглавляете, руководите коллективом, вы ведь и сами тоже исполняете номера, вы тоже выступаете. Ну, конечно, а как без этого? Надо же пример как-то показывать молодежи-то. Ну, я думаю, что уже очень скоро мы увидим, какой пример вы показываете, потому что творческий номер от руководителей студии будет обязательно в нашем эфире. Вот, а пока я передаю слово Александру Каримману, рубрика «Попади в телек». Обувной холдинг «Марка» представляет «Попади в телек». Сегодня многие могли бы подумать, что я надел бабочку, но это ошибочное предположение. На самом деле эта бабочка надела меня. Меня зовут Саша Каринман. Все надели туда, куда нужно, поэтому нужно начинать эфир вечернего Витебска в рамках рубрики «Попади в телек». Поехали! Слушайте, я всегда как-то вот так побаивался немножечко девушек в форме, а вот сегодня проходила одна мимо, такая прекрасная, я вот не смог вот не задержать ее, не пригласить в нашу рубрику. Как вас зовут? Меня зовут Наталья, спасибо за комплимент. Наталья, скажите, пожалуйста, вот вы в форме, что-то случилось? Вот МЧС. Если МЧС, это значит, что-то случилось. МЧС не только там, где случилось, но и там, где нужно предупредить то, что случается. Поэтому мы здесь сегодня не случайно, мы проводим республиканскую акцию «Не прожигая свою жизнь», направленную на предупреждение пожаров по причине неосторожного обращения с огнем при курении. А, я думал, «Не прожигай свою жизнь», это, мол, не ходи на дискотеку, не отдыхай, там, я не знаю, не веселись, нет? Кстати, на эту тему тоже могу вам сказать. У нас две недели был интернет-конкурс в социальной сети ВКонтакте, где молодые люди именно предлагали альтернативу курения. И вот то, что вы перечислили, там тоже было. А какие вообще альтернативы могут? Я вот, например, не курю и всем говорю, не курите. У нас получается не формат проведения акции. Почему? Потому что вместо лекций о вреде курения и о опасности мы сегодня предлагаем концертную программу, мы предлагаем конкурсные площадки. Ростовая кукла сигарета борется с курильщиками в армрестлинге. Меняем сигареты на конфеты. Более отважные курильщики меняют целые пачки на автономный пожарный извещатель, который более полезен в доме, ежели сигареты. Вот. Проверяем объем легких. Надувают шарики наши конкурсанты. Ну, естественно, за это получают все призы. И, думаю, хорошее настроение. И уверена, что будут из наших участников акции те, кто все-таки задумается над опасностью этой привычки. Круто. Ну, а мы меняем сигареты на приветы. Сегодня я предлагаю вам передать привет в прямом эфире практически телеканала «Витебск». Поздравить, может быть, кого-то с какими-то наступающими праздниками. Все-все-все, что можно сказать вот туда. У вас будет такая замечательная возможность. Но вы должны попасть в наш телек еще в переносном смысле. У нас есть вот тир, баскетбольное кольцо, футбольные ворота. Что выбираете? Ой, боже мой, вот такой выбор у вас большой. Наверное, футбольные ворота. С первой попыточки давайте пятерку. Уважаемые жители нашей области, призываю вас всех не прожигать свою жизнь. Не курите в постели, ведите здоровый образ жизни. Пусть ваша жизнь будет интересная, яркая, насыщенная замечательными событиями. Всех благ, удачи и, наверное, уже с наступающим Новым годом. Почему же в телек попадать всем нужно? Потому что я так сказал. Друзья мои, если бы я не знал о том, что в этом замечательном торговом центре проходит акция, направленная на то, чтобы люди не курили, то есть акция против курения, то я бы подумал, что это врач, а это пациент. Причем которому еще надо очень долго, неизлечимый, да. Как вас зовут? Лиля. Лиля, а вас? Сигарета вообще Иван. Сигарета Иван. Покури Ивана и не встань с дивана. Такая могла быть у вас кричалка сегодня появиться. Ну, скажите, пожалуйста, вы сегодня позиционируете себя как представительница здорового образа жизни? Да, конечно. Ну, а вы сами занимаетесь спортом? Обязательно. Каким? И бегаю, и прыгаю, и плаваю, и танцы, и все что угодно. Я считаю, что вы занимаетесь очень важным делом. Это очень уважительно. Но и скажите, пожалуйста, жарко вам? Очень. Я на самом деле не представляю, каково людям в ростовых куклах. Я считаю, что это просто
очень достойный труд, который заслуживает большого уважения. Ведь им приходится со стороны выглядеть очень мило, а внутри выглядеть не очень мило, да? Конечно. Вы голый внутри, расскажите. Не совсем. Почему? Ну зачем? Неудобно. Ростовая кукла сделана из поролона в основном. Немножечко расскажите, пожалуйста, о своей акции. Наша акция посвящена теме «Не искушай судьбу, не кури в постели». И мы проводим различные конкурсы, различные призы раздаем. У нас концертная программа. Всех желающих, всех посетителей торгового центра созываем и приглашаем. Где-то учим, кого-то обучаем и ведем разъяснительные беседы, для кого это нужно. Правильно. Вот, честно говоря, мне кажется, что многие люди, которые когда-то отказываются от курения, они потом начинают жалеть о тех годах, возможно, да, когда они тратили свои деньги, время и здоровье на вот это пагубное... Прожигали свою жизнь. Так что не прожигайте свою жизнь, друзья мои, а лучше приходите в рубрику «Попади в телек» и делитесь своим позитивом с нашими телезрителями. Кэмэл бьет. Есть. Пятерочка. Здорово. Мы попали. Дорогие жители нашего города, я всех призываю не прожигать свою жизнь. Передаю приветы своим коллегам, своим близким, друзьям, родственникам. И также еще раз повторяю, не курите в постели, не искушайте свою судьбу. Есть такое замечательное высказывание «время – деньги». А зарплата у меня была уже очень давно, поэтому времени больше нет. На этом рубрика «Игра «Попади в телек» заканчивается, и я со всеми прощаюсь. Пока-пока! Обувной холдинг «Марка» представляет «Попади в телек». Такой рубрики «Попади в телек» хочется обратиться к Саше Каринману и сказать: Саша, не искушай судьбу, иначе зарплаты у тебя не будет еще очень-очень долго. В общем, всегда приятно видеть всех людей, которые попадают в телек в Марко Сити ежедневно. Саша Каринман ждет всех желающих. И в вечернем Витебске потом вот такие перлы иногда бывают. Обязательно, да, покажем. Ну, все правда, самое интересное и смешное. Мы сейчас пока смеялись вот и с этой сигареты, и с этой акции. Вообще довольно забавно. Все. Но проблема актуальна, не просто так она проводится. И не просто так эти люди там стоят, собственно, как и Саша Каринман. Так благополучно еще тоже эту акцию показали. Ну и мы тоже здесь... У нас был информационный повод. Да, мы тоже здесь неспроста стоим. Мы, в общем-то, в завершении нашей сегодняшней передачи мы должны пожелать вам хороших выходных, приятного вечера пятницы и напоследок представить... Творческий номер, да, от наших гостей. Творческий номер от наших гостей, с которыми мы сегодня общались на протяжении нашего эфира. Да, Вячеслав и Маргарита Танкаль. Прямо сейчас. Ну, а мы прощаемся с вами. До встречи. Пока, до понедельника. Милая, озера глаз небесно-синие, а в них печаль необъяснимая, они как зеркало души. Милая, какой неведомою силою прикован я к тебе, любимая. Кто сотворил тебя, скажи. Горю желанием одним, хочу тобою быть любим. Растопишь нежности своей холод прежних дней без любви твоей. Коснусь губами губ твоих, одно дыхание на двоих. Одно желание на двоих, радуют сердца эти два кольца. Милая, какую
колдовскою силою. Ты наделяешь слово милое, я словно таю от него. Милая, меня целуешь, шепчешь, милая, какая я сейчас счастливая, что вижу свет любимых глаз. Горю желанием одним, хочу тобою быть любим. Растопишь нежности своей холод прежних дней без любви твоей. Коснусь губами губ твоих, одно дыхание на двоих, одно желание на двоих. Радуют сердца эти два кольца. Одно желание на двоих, радуют сердца эти два кольца. Yeah.